Ну вот, сегодня мы делаем в очередной раз подъем на гору Мирон, кольцевой маршрут. Вот сейчас мы идем по первому участку. Сейчас с правой стороны должны открываться очень красивые виды, еще там минуту-другую. Вот тут черный маршрут совместно с Швейцарией. Вот уже начинаются виды. Сейчас немного пройду. И с правой стороны должны открыться очень красивые виды. А я на этом маршруте не был года 3,5. То есть до этого был много раз. Я думаю, раз 10. Фактически каждый сезон я сюда ходил. Каждый год, то есть кроме лета. О! Все зеленое. Вот такая средиземноморская растительность повсюду. Сейчас, может, чуть дальше будет получше видок. Да, сейчас вот. Еще немного, и откроется дорога. Петляющая дорога на Мирон. Так, о! Вот эту точку я и хотел заснять. Такая маленькая полянка. И вот дорога, которая ведет на самый верх. В принципе, туда можно и на машине доехать, а мы пешком. Там наша первая точка как бы отдыха, скажем так. А нам надо еще петлять по горе вот этой, по черному маршруту, и в итоге выйти в ту же точку, куда приводит вот эта вот дорога. Кузя, привет. Так, на горизонте виден Маалот, Хурфеш, Абирим, наверное, всякие небольшие поселения. Такое вот. Вот еще одна красивая смотровая площадка, но уже с другой стороны, где-то через минут 20, я думаю, где-то так. Ну вот такое вот пока что. Освежаю хорошо забытое. Не, освежаю совершенно незабытое прошлое, скажем так. 3 года все-таки здесь не был. 3,5 даже. В 2019 году, в сентябре, в последний раз. Нет, пожалуй, не в сентябре, а в октябре. Так, вот сейчас, когда машина поднимается по этой вот дороге наверх. Так, все.